Доброго времени суток, дорогие ведущие, вебинары, лидеры. Это очень здорово. Это значит, что вы уже ответственны и подходите к своей команде с душой, с любовью и переживаете за нее. И это самое главное для нашего с вами роста. Итак, мы с вами сейчас будем учиться получать ссылочку. Значит, у нас есть кабинет Faberlic Online и оплаченная комната на год на 300 человек. То есть, смотрите, когда я нажимаю «Создать вебинар», то я могу любого человека пригласить в модераторы. Да, то есть таким образом я вас приглашаю, себя сейчас приглашаю в модераторы, и мне на почту приходит сообщение о том, что я получаю приглашение. Давайте же посмотрим. Сейчас я зайду на почту. Вот оно пришло, и мы должны перейти в этот данный вебинар вот по этой вот ссылочке. Если мы не авторизованы, то мы можем зайти как-то неправильно, да, то есть нам нужно обязательно иметь логин и пароль и зайти под своей учетной записью. То есть если я нажму «Выйти», то мне нужно будет ввести свой логин, пароль и войти. То есть вы можете быть модератором в различных комнатах, и в своей, и везде. То есть у вас, вы можете ввести в нескольких ссылочках, да, вот какие вам выдаются вебинары, но вы можете быть зарегистрированы на платформе Proof.me на одну почту только один раз, да, и это будет вашей, как сказать-то даже, да, учетной записью, и вы можете под ней заходить постоянно, да. Анна, вот видите, я уже зарегистрирована. То есть мне пришла эта ссылочка, я прошла по этому делу, да, и нажимаю «Перейти к редактированию вебинара». Тут я, значит, пишу все, что я хочу, да, к примеру, планерка, поздравление, да, поздравление, да, выставляю дату, какую мне надо, да, к примеру, я ее проведу 21 числа, воскресенье, длительность примерно час, и обязательно мы выбираем категорию, это менеджеры маркетинг. Смотрим обязательно, если тут будет число 10, значит вы нажали не редактировать, а создать новый вебинар. Вам нужно обязательно нажать редактировать. Далее, значит, в анонсе вы можете что-то написать, да, да, к примеру, да, что-то типа вот это, ой, ошибка, сейчас исправлю. Вот, и, значит, в описании вебинара вы тоже можете что-то написать, а можете загрузить какую-либо фотографию, да, давайте я сейчас в рабочий стол зайду, возьму наш старенький пока что логотипчик, а, скорее всего, он поменяется, где-то он должен быть, да, ну, давайте вот любую фотографию. Да, и вот таким вот образом она будет выглядеть у вас. Далее, значит, мы нажимаем «Сохранить». Можете из публичного каталога сделать только по прямой ссылке, чтобы у вас не было объявлений на Proof.me, что вы это делаете. И вы нажимаете «Сохранить». «Сохранить» вы нажали, вот ваш вебинар. Он будет через 4 дня, 21 мая. И вот на него ссылочка, на этот вебинар. А далее, чтобы вам, если что-то вам хочется, то вы можете выбрать стили, да, к примеру, задать цвет фона вот такой вот. Или загрузить новый фон, загрузить новый логотип, еще что-то, да. То есть давайте, значит, с вами посмотрим фон, как можно загрузить. Да, у меня тут фоны уже есть, но я могу еще какой-нибудь выбрать фон, да, к примеру, любой. Абсолютно любой, просто посмотрим с вами, да, как оно будет выглядеть. Тут мы с вами растягиваем фото, как нам хочется, и нажимаем «Сохранить». Да, и вот такие вот классные штучки, да, у нас с вами появляются. А далее мы с вами можем загрузить логотип, также загрузить изображение. Давайте возьмем этот логотипчик. Нажимаем «Открыть», но тут мы уже с вами не можем ничего растянуть, поэтому я вам предлагаю сейчас загрузить, может быть, что-то более мелкое. Я прогрузила картинку, не получается почему-то растянуть, вот тут не совсем понимаю, но хотя бы давайте вот так, да.
Вот, нажимаем сохранить. Логотип у нас с вами тоже сохраняется более-менее, да. Ну, как бы мы с вами поняли, что нужно очень маленький логотипчик сделать, да, чтобы он тут вошел. В общем, я думаю, вы поняли. И вот это вот изображение вы тоже можете сделать какое-либо. Да, давайте, ну, любое абсолютно. Вот у меня есть фотография. Так, почему-то не загружается. Так, давайте еще раз. Открыть. Не хочет почему-то загрузить изображение. Да, то есть, ну, тут, конечно, надо долго мучиться, чтобы оно загрузилось. Да, тоже вот видите, не хочет, нужно подбирать именно под размер. Но я думаю, вы поняли, да, у меня просто сейчас фотографий таких нет, таких размеров, да, не хочет. Ладно, то есть мы с вами сейчас все это сделали. И что у нас с вами получается? Когда лидеры заходят к вам на вебинар, они видят вот, вот такие вот фотографии, такие вот какие-то написания, еще что-то. Если вам что-то не нравится, вы тут же нажимаете, допустим, редактировать и пишите, да. Далее, что вы можете сделать, да, к примеру, если я выдала ссылочку себе, я могу по-английски написать Анна Кононова. Давайте, да, вот так вот. Анна Кононова. Кононова, да, и уже ссылочка, она поменяется, и она будет абсолютно другой. Да, время выставили, все хорошо, 21:00 у нас с вами, да, время получилось. Если любое время можете выбирать, да, можете выбрать 3 часа, как угодно, как вам захочется. И после того, как, если вам все нравится, да, вы можете, кстати, уменьшить фотографию, чтобы она туда вошла, да, можете что-то над этой фотографией подписать, можете сделать по центру вот это вот данное изображение, да, то есть вы можете писать все, что хотите. Да, к примеру, привет, да, привет, нажимаете Enter, и он у вас сюда переходит. Да, привет. И можно сделать это крупно, жирно, какими-то различными текстами, да, то есть все, что вам хочется, вы тут можете сделать. Да, жирный убрать, жирный сделать, и так далее, и так далее. То есть тут уже все как бы по вашему желанию, да. Вот давайте сделаем большой, да, привет. Вот, и таким вот образом мы с вами все отредактировали. Давайте нажимаем сохранить. И смотрим, что у нас с вами получилось. Вот ссылочка на вход в вебинар, если вы забыли ее заранее скопировать, да. Вот, пожалуйста, привет. Я просто показал, да, и вот все красиво стало. То есть, ну, вот таким вот образом я вам желаю сделать свою страничку красивой. Да, далее, значит, моя страничка, а тут вы тоже будете грузить фон, этот фон, и, то есть, вы можете сделать все, что угодно, да, когда вы заходите в Анну Кононову, да, тут вы можете все-все-все смотреть, да, оплачивать ничего не нужно, мой баланс, ничего не смотрите, потому что комната оплачена на год на 300 человек, за это переживать не нужно. Ну что ж, дорогие наши ведущие, лидеры вебинары, мы вами гордимся, что вы смотрите это видео. Раз вы его смотрите, значит, вы огромные молодцы, вы хотите заботиться о своей команде. А всем пока-пока, до встречи в новых видео.